Открытка, иллюстрация просто невероятная. Хочется ей восторгаться и восторгаться. И первое впечатление, когда я ее увидела, было: «О, так бывает в морской сказке! Столько сверкающей воды, столько просто удивительной сказочности, волшебства!» И очень-очень как-то впечатлило, как передана вот эта атмосфера вокруг синего кита, как все дружно, как все как-то слаженно. И особый восторг, наверное, такой полюбившийся новый герой — это пингвиненок. Столько радости и восторга подарила встреча с новой открыткой. Она как такой подарок, абсолютно сказочный, небывалый, который хочется рассматривать, любоваться, восхищаться и встречаться. Столько праздничности дарит и сам синий кит, и та сказочная атмосфера, которая вокруг него, все словно излучает радость. И этот радостный фонтан, так интересно оказалось встречаться с иллюстрацией вместе со звучанием песни «Красота синего кита». Открытка, вот она именно об этих событиях и о том, как синий кит дарит свой радостный фонтан, и о том, как он катает своих друзей на спине. Но вот все в этой открытке отображено, проявлено, и оно словно излучает то счастье, ту доброту, которую дарит песня.